садик встречаешь своих воспитателей очень радуешься. Каждый раз, каждый день, каждое утро дом для детей. Только вечером потом забирают детей. Садик – это где о тебя заботятся все время. Это где веселятся, все играют, спят по дням. Садик – это когда люди ходят на работу. Садик – это там, где ты встречаешься с друзьями. У меня в садике появился самый лучший друг. Мы ходим в садик, а родители ходят на работу. Родители не могут с нами посидеть. Садик – это дети, обучаются разным группам. Почему же в садике? Дети там играют. Потом в школу идти. Учить на пятерке. Школа – это то место, где к потолку приделаны звонки. Там нет скважин, потому что там не уснешь. Там, потому что там каждый раз эти звонки, ну, звон остают, короче говоря. Я не хочу в школу. Там надо сильно учиться. Очень, при очень, при очень, при очень. Ты останешься? Нет. Нет, нам надо в школу идти учиться. Да. Ведь сюда малышня придут, а что нам с ними играть? Да. Мы же не маленькие. Да. Я хочу там задеваться, учиться. Потому что я в школу. Да. Дорогие слушатели, мы желаем вам, чтобы вы были добрыми, хорошими, старались поменьше ругаться. Я желаю вам здоровья, счастья, чтобы вы поменьше ругались на других маленьких. И чтобы воспитатели никогда не ругали. Я думаю, что детям будет, что дети будут очень счастливы, что их не ругают. И воспитатели будут очень счастливы, что их дети очень послушны. Я буду очень скучать по садику. Спасибо вам, наши воспитатели. Дорогие наши воспитатели, я желаю, чтобы вы были всегда красивыми и хорошими и занимались детьми так же, как и с нами. Мы будем скучать по садику. А я буду сильно час прощания с детским садом.
бал. Начинаем, начинаем наш дошкольный бал. Ласковую, а как забыть, друзья?
Thank you.
честно скажу, жизнь в детсаде нашем яркая, чудесная, очень интересная. И мечтаю я давно про жизнь такую снять кино. А что, и правда в самом деле, и мы кино снимать хотели. Кино? Кино! Давно? Давно! Ну что ж, снимаем, решено! Ребята, но у нас нет режиссера. Давайте мы его пригласим в студию. Я и только я могу вам помочь. Сейчас, сию минуту, я сценарий сочиню. И самый лучший фильм давай сниму. Ура! Съемки кинофильма начинаются! Кадр первый, дубль первый. Нас классное путешествие в школе зовет. В этот мир попал, на веки счастье стал. Пошире.
Thank you.
Thank you.
первый знать. Эти наши джентльмены будут в шляпах танцевать. Thank you.
вообще туда-то попал-то? Это тут-то кино-то снимают? Да. Да? А вы кто такая будете? Ой, вы что, мадам, необученная? Или не знаете, что ли? Корреспондент я местного телевидения, бабуля Еголя Ивановна. Всеми местными новостями заведую. Откуда вы хоть там засланы-то, бабушка? Ну, пока откуда? Я же уже говорила, вы понимаете, что ли? Есть у меня директор Кущей, заведует местным телевидением, дремучий Елен. Вот он мне и говорит, лети, Ега, в Москву, сними про детей кино. Ну вот я села в ступ-то к вам и полетела. А ступ-то у меня старая, древняя, лечу, лечу, она возьми да сломайся. Вот я и автостопом к вам добиралась, еле успела. Так что вот вас чуть-чуть сняла, а теперь готовьтесь, буду интервью брать. У всех. Так, с кого бы... Микрофонки. Есть связь? Есть. С кого бы мне начать? Говорят, у вас тут есть такой человечек, очень хороший, без которого бы, ну, ничего бы не происходило. Она вас учит петь и танцевать. Нашла! Похлопайте, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а ваши дети к конкурсу танцы с орленами готовы? Всегда готовы. Похлопайте! Милая вы моя, очаровательная, а почему это у вас, скажите, пожалуйста, дети такие все пухленькие, упитанные, и вообще что вы с ними делаете? Аппетит хороший. Что, и супчик едят? Да вы что, тут они уже больше меня ростом достают. А еще здесь есть красавица, спортсменка. Комсомолка! Скажите, пожалуйста, а как у вас с подготовкой? Все на отлично, готова сдавать ГТО. Ну что ты меня чувствуешь? Ладно, в школе-то не подведут? Нет, получаюсь. Ну ладно. Милые дети, тут так много гостей, я уже растерялась. Скажите мне, пожалуйста, где ваши милые воспитатели? Вот, покажи пальцем. Понятно. Я же дремучим Еве, я же не знаю. Евгения Владимировна, будьте любезны, скажите, пожалуйста, а не жалко вам таких очаровательных птенчиков отдавать? Жалко, конечно. А что делать? Оставим. Оставим? Да. Оставим? Оставим! Хорошо. Как зовут следующего воспитателя? Елена Евгеньевна. Отлично. Елена Евгеньевна, будьте любезны, скажите, пожалуйста, а если ваши дети, ну, сейчас ваши, потом не ваши, придут к вам попить чаек, чаю дадите? Конечно, милости просим, всегда вас к себе в гости ждем, чай нальем, печеньем накормим, да, вас любимы, ждем вас в гости. Дети, теперь вы поняли, если вас дома не кормят, то вот здесь вас как раз и накормят. Отлично. Какой-нибудь поговорить с красотулечкой. Уголочек стоит, бабулечка, Егулечка. Вон она, возле рояля. Ой, подождите, давайте с мамочки начнем. Скажите нам, пожалуйста, мамочка, много ли у вас вещей, платьев не ношенных? Гардеробка находится. Спили? Великая муж. Нет, чего? 15. Домой придешь, посчитаешь. Ну, скажешь, лучше спросить. Хорошо. Папочка, уважаемый, скажите, пожалуйста, а сколько вы детей воспитали? Одного. И его. А как вы вашего одного воспитали? Ну, скажите, не его, или насадок? А у меня суп сама.
папой, добровольцем. Выходим на улицу. Только лягушки да пиявки. Водоросли, вместо роста.
ребят, вы отгадали все загадки, вы тоже все молодцы. Теперь, Коль, я взяла у вас интервью. Теперь, волшебная, с гремучих елей. Теперь я хочу снять ваш какой-нибудь замечательный номер. Давайте показывайте. Уважаемая мама Ника, у нас уже наша концертная программа закончилась. Вы что, с ума сошли? Меня же ведь мой сейчас директор-то уволит, накажет, в лесу закрыт. Вы что? Ну хоть что-нибудь. Ну хоть один номерочек какой-нибудь. Жалко, пожалуйста. Жалко. Родители, милые, помогите. Вы же такие отзывчивые, всегда идете на помощь. Да-да-да. Один номер покажите, пожалуйста. Ой, будьте любезны. Я буду записывать. Присядьте пока на стульчик. Да. Привели детей мы в гости, и водили.
Очень большое спасибо. Так, номер я сняла. Директору позвони. Материальчик сняла. Просто блеск. Да, очень хочется остаться. Все плачут, рыдают. Че? Да. Ну ладно, нельзя, значит, нельзя. Лечу, Кощеюшка, лечу. До свидания. Хотела остаться с вами, ребят, но нельзя. Надо материал монтировать. На прощание я хочу вам сказать. Учитесь на пятерке, родителей не подводите, воспитателей своих не подводите. А мы будем вас всегда ждать в нашем детском саду. До свидания всем! До свидания! Thank you.
Это первая в жизни награда, диплом об окончании детского сада. Жизнь найдет еще много наград, у первой в жизни дороже, чем клад. Дорогие наши дети и родители, мы переходим к торжественной части нашего праздника. И прежде чем вручить дипломы детям, мы хотим сказать напутственные слова нашим детям. Дорогие наши дети, славные, мы хотим поздравить вас с вашим первым выпускным. Но пусть на этом выпускном ваше детство не заканчивается. Идите вперед, с поднятой головой, мечтайте, творите, фантазируйте, пойте, танцуйте. Мы вас не забываем приходить в нас в гости. Милые наши, вы быстро растете. Скоро сентябрь, и вы в школу пойдете. Не забывайте любимые песни, игры и садик, где выросли вместе. Будьте послушны, прилежно учитесь. К целям благим постоянно стремитесь. Будьте примером и дружбу цените. Память о детстве в сердцах берегите.